утром солнышко встает, нас на улицу зовет, смотрит весело с небес. Просыпайся, Шишкин лес, родники в траве звенят, брызги радугой стоят, смотрит солнышко с небес. Улыбайся, Шишкин лес. От улыбки станет всем светлей, тро-то-то. И слону, и даже маленькой улитке. Ой, мой бедный-бедный зубик. Ох, ой, бедный я, бедный зубок. Здравствуй. Здравствуй, тетушка Матильда. Что делать, а? Что делать? Подожди. Тебе плохо. У тебя зубик болит. Помогите, спасите. Ой, не выдержу этой боли. Ну, потерпи немножечко, потерпи, дружочек. А я приготовлю тебе полоскание. Ой, а это не больно? Ни капельки. Ой, вот все так говорят. Не больно. Ой. Зубок? А вот и полоскание. Ой. Пожалуйста. Вот так. Ну что? Ой, тетушка Матильда. Да. Мне уже лучше стало. Лучше. Ого-го, какое полоскание чудесное, а? А теперь немедленно собираемся к зубному врачу. А может, не надо, тетушка Матильда? Обязательно надо. Мне уж совсем лучше стало. Ну уж нет. Нет, не пойду я к зубному врачу. О, вот здесь она меня не найдет. Здесь посижу пока. Так, зубок, ну как... О, а где ты, дружочек? О, понятно. Ну что ж, один медвежонок тоже боялся лечить зубы, и с ним случилась пренеприятнейшая история. История? Какая история? Ой. Ах, вот ты где. Да-да, пренеприятнейшая история. Слушай, в сказочном лесу жил медвежонок Митя. Все звери его очень любили, ведь он был очень добрый и очень веселый. Всем был хорош Митя. Вот только был у него один недостаток. Митя очень не любил чистить зубы. Что ко мне все пристают? Чисти зубы, да чисти зубы. А зачем? У меня они и так белые и красивые. Митя, почисти зубы после завтрака. Ну вот опять, потом, мамочка. Митя, почисти зубы перед сном. Эх, вот опять. Митя, чисти зубы, говорит мне вся семья. Ну зачем мне чистить зубы? Не пойму никак, друзья. Но однажды у Мити заболел зуб. Пойдем, дорогой, скорее к зубному врачу. Не пойду, страшно. Собирайся, малыш, к врачу. Не пойду, страшно. Ой, как не уговаривали Митю пойти к зубному врачу мама с папой, Митя не соглашался. А зуб болел все сильнее и сильнее. И скоро Мите стало совсем не в моготу. Ой, какой же я несчастный. Не могу ни есть, ни пить. Ни играть, ни кувыркаться. Что мне делать? Как мне быть? Митя, так пошли к врачу. Ой, не хочу, мамочка. Страшно очень. Но вот наступил такой день, когда зуб у Мити разболелся так сильно, что... Ай, родители, спасите! К доктору ведите! Поскорее выручайте! Доктор, помогите! И добрый доктор, конечно же, помог малышу. Ой, и было это совсем не больно. Зря я боялся.
Правда, не больно? Ни капельки. Ой, наверное, он очень храбрый, этот Митя. Ты у нас не менее храбрый, Зубок. Да? Вы точно так считаете, тетушка Матильда? Я уверена, что ты очень смелый. Думаю, если уж случилась неприятность и зуб разболелся, то... То хочешь, не хочешь... А надо идти к врачу. Да-да-да-да, собирайся, Зубочек. Только помни, чтобы зубки не болели, их нужно чистить каждый день. Обещаю. Мальчики и девочки тоже это запомнят. Правда, ребята? Ну, конечно, запомнят. Ну что ж, а теперь давай прощаться с ребятами и в путь. Угу. До свидания, ребята. Всего вам самого доброго, друзья. Время быстро пролетело, утро сказкой прозвенело, улыбнулось облакам, новый день приходит к нам.